Ну, красавица просто, ну с ума сойти. Сегодня прям очень красивая. Честно, вот один вопрос только. А что, ну тапочек поменьше не было? Ты, мне кажется, маленькие тапочки тебе. Что за лыжи? У тебя что, горнолыжный спуск, что ли? Друзья, на самом деле диета — это не такая страшная штука. Что? При большом желании можно питаться не только правильно, но и очень вкусно. Вот, гляньте, приготовил нереально вкусный корж. В составе только протеин, вода, там соевое молоко, сахарозаметитель и джем апельсиновый, который также сам сделал, гляньте. Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, а я на диете. Приятного. Ром. Приятного аппетита, родной. Ребятки, у меня сейчас отличное настроение. Почему? А потому, что чистые, чистые машиночки, чистые. Красивые. Смотреть вечно можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь. И как Маринка разглядывает только-только помытые машины. Наконец-то они блестят. Маришуль, слова радости где? Что вот? Что вот? Наконец-то, как говорится, помыли, а то были грязные, хуже, чем моя обувь. Ну да ладно, Маришуль. Всем доброй ночи. Ура, пока. Мужик остановил меня, ты что хочешь? Права. Какие где? Права? Дыхни. Дыхни. Плюнь сюда. Плюнь. Плюнул. Что ты хочешь, старый? А? Что ты